Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 80% муниципальных земельных участков в Кирове не используются. Об этом сообщили в контрольно-счетной палате Кирова. Ревизоры проверили, как используется недвижимость и земля, находящаяся в муниципальной собственности. По их данным, около 700 участков не используются никак. Это 80% земель. Так, например, более сотни участков – это те, что отведены для бесплатного предоставления многодетным семьям. Кировчане же от них отказываются, потому что они находятся там, где нет нужной инфраструктуры. Кроме того, как поясняют в департаменте муниципальной собственности, некоторые участки используются без составления договора, что не мешает городу на этом зарабатывать. С тех, кто занимает землю, берут плату за фактическое пользование. Программа «Экономика». Объем ритуальных услуг в Кировской области вырос на 1,7%. Итоги 2020 года по сфере услуг обнародовал Кировстат. По его данным, кировский турбизнес потерял из-за пандемии половину оборотов. В два раза снизился и объем услуг учреждений культуры, которые были несколько месяцев закрыты для посетителей. На 40% снизились объемы в гостиничном бизнесе. На это значительно повлияла отмена или сокращение смен загородных детских лагерей. Объем услуг санаториев снизился на 35%. На четверть меньше работал транспорт, которому некого и некуда было возить. Особенно, по данным Кировстата, пострадали железнодорожные перевозки. Некоторые отрасли показали рост объемов предоставления услуг. В условиях самоизоляции востребованными стали услуги почты и курьеров. Объем увеличился на четверть. Медицинские услуги – на 12%. Рост объемов ритуальных услуг составил 1,7%. Экономика на 101 FM. Налоговая подала иск о банкротстве сети строительных магазинов в Кирове. Долг «Стройрем» оценивается более чем в 20 миллионов рублей. Заявление направлено в арбитражный суд Кировской области. Правда, пока оно оставлено без движения. Как говорится в материалах на сайте суда, налоговики пока не предоставили ряд необходимых суду документов. До середины июля есть время на то, чтобы дополнить пакет. У «Стройрема» за 15 лет существования в Кирове появилось 3 магазина. Магазина на Филейке, в Коминтерне и в центре города на улице Труда. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 72 рубля 30 копеек, евро 86,30. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.